Здравствуйте, уважаемые любители гармоники, с вами вновь Павел Уханов, и вот это видео, которое вы сейчас смотрите, получилось у меня совершенно спонтанно, потому что сегодня в гости ко мне приходил мой очень хороший друг Денис. Он не профессиональный гармонист, у него другой род деятельности, но он очень любит гармонь, у него разные интересные гармошки. Очень нравится мне, как он играет. Чувствуется вся любовь, которая есть у него к гармонике. И, разумеется, он пришел не с пустыми руками, а с двумя интересными гармошечками. Одна мастера Цыганова. Многие слышали эту фамилию. Это наш лучший наклепщик, который работает на фабрике «Тульская гармонь». А вторая мастера Маврина, к сожалению, который относительно недавно ушел от нас. Мне повезло, у меня есть моя белая гармошечка с его планками. А у Дениса есть гармошечка, которую вы увидите в этом видео. Прям мастеровая гармошечка, которую он делал на дому. И фактически последний инструмент, полностью сделанный этим мастером. Но мне тоже было что показать Денису. И я ему показал вот эту свою гармошечку. Она у меня самая новая. Пятиголосная, многотембровая, десятирегистровая гармонь с цельными планками дюралевыми мастера первого класса. Вот Дмитрий Лапшкин все наклепал, все как хорошо. Гармонь сделана на фабрике. Это наш большой был такой эксперимент, который в итоге оказался в моих руках. И вот предлагаю теперь вам посмотреть, как Денис сначала сыграл на моей гармошке в тональности до мажор, потом на гармошечке с планками Цыганова в тональности фа мажор, ну и на закусочку мавринская гармошка в ре диезе. Приятного просмотра!
Меня уже выгоняют, но хочется сыграть на гармошке.